Всем привет! Очередной мелкий пакет из Китая, сайта AliExpress. Вот такой трек дополнительный был наклеен. Тут еще один. В общем, ничего не отслеживалось. Шло чуть больше месяца. Адаптер написано. Недорогой переходничок. Очень необходимый. Вот наш телевизор висит на стенке. И провод HDMI к нему крепится вот так. И к стенке прислоняется, и получается на изгиб. Провод получается на изгиб. И вот такой переходничок пришел для этого. Сейчас откроем, посмотрим. Недорогой. Вот такой пупырочки. Вот так он обозначается. Все совершенно верно, он самый. Вот такой он Г-образный. Здесь написано. HDMI. Все, вот так он будет подключаться. Вот так, значит, он будет к телевизору. И кабель вниз пошел. Все. Ничего не будет мешать. Вот такие переходнички у данного продавца. Самые дешевые. Хотя там указано минимальный заказ 5 штук. Но почему-то приходит один. Непонятно. И тем не менее, недорогой. И нужный товар. Вот так он будет у меня. Все. Вот такой небольшой обзорчик. Кому нужно, заказывайте. Спасибо за внимание. Всего доброго.